Бой, у тебя уже, типа, есть такая тринка, что ли, или что? Да нет, нету. Блять, не передается. Ну-ка, дай лутера попробую взять. Да, вручную отдам. Но я такую никогда не лутал. А, после... я себе не могу тоже передать. Мы после келья куда-то идем? После келья у девочников, скорее всего, закончится уже время. Вторую кату поможете? Если время будет. Угу. Мне еще помимо меня пронин нужен. Короче, охота сначала будет, потом вторая ката. Че вы стоите? Да, че встали? Гулять, трэш. Сейчас я, короче, роутер перезагружу, может, что. Давай с одной стороны, на кого бог пошлет. Быстрее только, веди вниз. Ну. Пошли. Там патруль идет, отходим вниз. А чё, я смотрю, завесь, ведь никто Шмокина на инспект не лутал. Отойдите от вихря. Вихрь магический, если чё-то. Если Хексу дать, он перестанет. Слушай, чё-то фросты вообще рвут агро своим этим. Бой. Тычку дал, сразу забрал. Вот попробуй, побей сейчас чутка. Эти зерги мобов эти быстрее. Рыцаря возьму. Сильнее бейте, кого есть. Патруль возвращается, уходит. Я встаю. Патрули там 2 центуриона, оковы по обоим кидаешь. Сейчас подожди, я тебя добьем. Подходи к нам. Бери одного центуриона с левого алоя. Этого. От центуриона отходим. Ну, надо состояться. Центрального моба бейте. ПС-ка на нем. Этот панцирь прижимает.
Колоид выйдет Центурион. Немножко оттянемся вниз туда. Центурион двое. На эту петушню здесь вышел. Блядь, где он? Он там остался. Хай там и крутит. А, это просто лишний мог. Вага в правом мобе, знаки лидеры. Сейчас его возьму, открыл. Центурион у оковы, давай сходу. Сзади, который стрелял. Этого время. Персик в дискорде, нет? Боишь. Он перезагружает роутер, у него вон да. Я в курсе, поэтому и спрашиваю. Все, есть и через Центуриона играть. Осторожно, вихрь. Если дать хекс, то он вихрь не дамажит. Всю притяжку вихрь снимает. А тайфун? Тайфун не знаю. Алло, и твой центурион, только выбери его в цель. И смотри, когда он вихрь начнет кастовать. А станы по нему не давайте, руты тоже. Как кастанет вихрь, сложу сразу притяжку в сторону его. Какого, да, типа? Ты увидишь, он через 5 секунд начнет его кастовать. Давай его так снимать. И маршала тоже забирают? Или нет? Я заберу маршала потом. Окей. В сторону его? Да, забивай. Прижимайся. Он кастовал, да? Центурион. Смотрите на центурионе только. Он сбился. Каст прекратился. Поездка на этом месте. На инквизитор. Милики, два моба на Луцине, РДБ в маршала. Который крутит вихрь. Так правильно будет. Можно и так. Лёх, ты тут? Морально или? Да. Ага. Конечно, морально. У нас, короче, кельтас остался. Дальше что, в ЗС начинать или все отдыхать? Сколько? Что там по... Чего? Что там по времени? 15-18. Кельтаса убьёте как раз во время РТ закончится. Давай. Акели убиваем, вторую кату потом и охоту вот. Ну да, хорошая идея. После келя на вторую пойдем. Войд, чё? Я тебя заклинаю, забери маршала. Вот как только КД станет, одна секунда у там, я буду забирать. А что там, может, друиду Масшива еще надо сделать? Да, блядь. Мазер здесь? Леша. Короче, Мазер, Фарада, Битл. Сегодня в 10 вечера вы зали. О, блядь. Во сколько? В 10 часов по Москве. Подписали на прокачку. Да, блядь, там твою арену-то убить, Библ один. Не убивая. Лёш! Одного босса показывай. Я тебе предлагал зайти помочь, ты не согласился. Можно я на ДЦ на Келя пойду? Это... Всё равно я убрал.
что Элбрил? Говорю, Элбрил вечером, все равно в ДЦ. Ну, хорошо, все. Да и не ради токена. Черепу, просто все. Нас нет ДЦ, а я без ДЦ нервничаю. Ну и не хочу на шамане. Чё хотел, друг мой? Заебался удалить прописку. Ну у меня места нет, чё поделать. Можешь, например, банк мобильный поставить. Чё, куда сейчас ты? Опа! Короче, я так подумал, надо хилов собрать. Нет мест, отстань. Слышишь, ладно? Чё хилами надо? Хилов и черный рейд. Да, тут, в принципе, хватает. Черный рейд. Пару хилов. Не знаю, с учетом последних трех дней Джайны, мне кажется, надо ДВшником добор устроить. Нет, просто ДВшники забили хуй на Джайну, чтобы за снизу упал шмот. Поэтому она теперь будет полноценно входить в РТ. Это просто я в гильдию обратно пришел. Так, нямка в Лема, Фарад на замену. Там Настя сейчас плюсанет с престом. Да, я вижу ее. Да, Вага меня уже плюсанул. Персик, ну, что с пингом? Ну, пока ничего не могу сказать. Вроде нормально. Одно скачалось, вот и нормально. Кому не нужен лут, кто уступит слот Байеру? Чё за Байер? Миликал какого-нибудь лучше меня, чем РДД, РДД пройдёт. Два на пул я не пущу никуда. Но он шарит этого босса, поэтому там он может подамажить тоже может. А ой, не нужен. А ты в чем у нас во Фросте сейчас, да? Ну, Unholy Frost 2. Нет, ты рейд бафаешь, оставайся тут. Unholy быть? Меня не, Буфрасте давай. Лужу покидай. Короче, вон мяку поменяю на этого мага. Мага. Ты один ретрик, оставайся. Луцинь, короче, твой инженер, Алоэ твоя баба, мой щитом. Как там надо бомбу что-то снять? Там отходить надо? Прожимку просто отдавай. Может два там? Хилов дохуя будет. Ну, кстати, да, один медведь может во что-то другое спекнуться. Да там хил просто. Ну сова 5к ДПС еще, блять. Сойдет. Циклонить будешь. Эй, вы мнишки подциклонят. Так я могу похилить. Так проще будет, если там какой-то сдох. Не, короче, нет. Кидайте ролл, кто из вас спекнется. Луциня Т5, у него с агрозой бись. И у этого ДК тоже. Короче, давай в сову свою. Думаешь? Будет смысл. Ну а толк тут от трех танков-то? Как хотите. Ну там фениксов можно подержать, если три танка. Ну, лучше быстрее убить с одним ДДшником. Нямка, ты вылемеешь что? Короче, на пул. Мозер.
Поехали. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашадарнор. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Чтобы вы не задержались здесь надолго. Эльфы крови, высшая раса. Новички, у которых ЛК камни в шмоте, у вас времени ровно до следующего КД все это исполнить. Или в рейды вас брать не будут. Тимыч, а если у тебя есть ЛК камня, я тебе на тыщенку ГП подарю. Воу. Поднимайте. БР вагонов. Персик по мне, Энджи по Тимычу. Мгновенное по Враске. Вагон, это ГП. Ня. Посмирился, Галанка. Реально, если бы Вага не умер по 250, то начислили бы. Нет, не начислили бы. Там на Аларе были трупы. Прям в правилах. Угу. Баф-то обновите попавшим. Желательно короче, все. Мы вас потом сразу к Кате сумасшедшим. Класс. Вообще красавцы. Мягко перелетел. Как посох юзать? Нажать на него. Он у тебя будет. Кстати, дайте мишки. О, спасибо. Он, блядь, не юзается. Он уже проюзался. Да. Проюзался, да? Ладно. Там хил выйдет.
Какой хил вылетел? Денчик. Алоэ прохил. Я сейчас сдохну. Не ныть. Алоэ прохил сейчас. Звездочёта добьете, играть по инженеру. Кто босса держит? Держи ты. Где вы тут оставить? Контроль там проанонсите первый. Уже секунда. Глыба. По Фениксу переключились. Медведь даешь, поднимаем Озра. Да-да. Дайте дисплей. Готовимся яйцо. Контроль 2 секунды. Контроль людей. Феникса забирай.
Мосу контролить. Глыба. Отойди, лужа. Отойди. Феникс. Лицо. Готовься, Феникс. Контроль 2 секунды. Нет, веди босса обратно к ступенькам. Контроль. Феникс, веди босса обратно. Забагаешь его еще, блядь. Сука. Сведешь его нахуй сейчас. Веди его обратно. Веду. Меня же откинули. Ну так круто. Не стой в ту убейте, сторону. Не убейте, не убейте, дайте контроль. Иди, босса, выйди уже в центр. Феникс. Файл. Че там процентаж? Феникс объем. Потом переведем. Лицо. Контроль. Феникс. Феникс забери. Переводим. По Фениксу фул ДПС. Переконтроливаем людей. Рогу контроль. Там же его держать или сюда спустить? Где он появится, там идешь. Яйцо готовимся. Яйцо. А чё, Данчик не выбрать? Вылет. Всё, босса. На взлётке рейндж, прожимки, дубовую кожу отдаём. Дра раздайте. Кто там новенькие, милики, чуть-чуть выше держите. До конца вверх не надо. Мгновенно, зачем ты в медведя еще пизданешься, у тебя хп. В кошке будь там от падения у меня. Энджи, рейс не разделили. Меня Грин Персик уже резнул. Милики бэк, милики бэк. Понятно. Бейте дальше.
Или как обычно трупами закидали. Падение секунды. Феникс секунды. Второго заберешь. Не вышел еще, не вижу. Пока жди. Лужа. Феникс. Беги, забирай, беги, забирай, ну. Смотри внимательно. Вы стоите охуенно там, да? Персик. Очень плохо. Подожди, может это засумоним бенчик? Тут не 5к дпс дал, блять. 8600 нормально. Серёж, когда начислишь ДП, кинь мне пати, я второй кату помогу. Так. Вы маги, тыкните порт, пожалуйста. Мы сейчас суманем всех уже. В первую очередь лоб. Можешь начинать уже суманить. Тут уже что-то собирается другая пати какой-то. Сейчас выгоним, нормально все. И по-моему уже бьет. Бронзон, не передается тебе этот предмет. У тебя уже есть шея 277-я. Там, прости, да-да, я забыл, мой косяк. Блин, полетели туда. Господи, наш квали медленно. Резиста, а у вас там шкаф есть? Скажи, пожалуйста, ты нахуя ко мне подлетел на взлетке? Вот прям взял, вот чисто специально впритык ко мне подлетел, чтобы меня ваншотнуло. Просто нахуя. Не может ваншот. Ну он просто ко мне впритык подлетел, я смотрел, он все ближе и ближе. И я в итоге не успел даже от него свалить. Кому я подлетел? Ты кто? К Локу Розелину. Мак, чей байер? Ой, оцень. Да хуй знает, я вообще не видел. Прям смотрю сначала чуть подальше, потом смотрю ближе, ближе, ближе. Потом вообще, блин, фрейм прилетел. Давайте вы потом пофлудите после того, как я лут раздам. Ну, значит...